Допустил. Ну, я захожу, подожди. Так, я допустил стрельчик. У меня зачем-то в квартире стоит огромный катер. А что в квартире стоит вообще? Хоть что-то у тебя есть огромное. Конечно. Так, ну красавец. Огромный катер. На самом деле я хочу купить самолет, который летает 600 км в час, чтобы быстрее вас догонять. В случае, если меня кто-то закрашивал. Ой, у меня в квартире, оказывается, Знаешь? еще и самолет стоит. Так я знаю. Я знаю. Прикольно, да? А что прикольно, зачем мне в квартире самолет? Что за мозг есть Ну, вообще? блин. Ну, типа, для красоты. А что за хрень написано, что ты побил мой рекорд какой-то? Охренел, Это что не ли? хрень, это естественность. Побиватель рекордов. Так, сейчас я Sky обратно перефичу. Так, Моего ладно, я маленького сразу решателя. свалю, своего решателя сажусь. Уверен, что он тебе Поехали. поможет? Может, тебе новенькую машину присмотреть? Давай. Ну, да подожди ты. Сейчас я перефичу обратно Sky. По фасту, по фасту. Прям вообще по фасту. Да, блядь, не то. Ты нуб. А Дэн не поедет? Он работает. Сейчас, сейчас, да, блин, потерпи. Это печально, что-то сказать. Сейчас я же говорю, блин. Только не очень попал, почти. Круто, он же тебе. Чё это там? Чё ты там мутов обгоняешь, радуешься? Нормально. Я вниз башкой лечу. А чё ты чё? Да, зацепить. Да, я зацепил. Вау. Найс. Хоть кого-то. Хоть кого-то. Да это мои тупые шутки. Смотри. Да, как ты любишь. Мама! Мама! Да, блин! Так, я почти готов. Ты рад, что я почти готов? Да, мне это сдал лампочку. Мама, мама, не то, не то! Охренеть, охренеть! Сука, что ты понял? Я хорош. Я супер. Еще последняя деталь. Вроде бы. Блять, это что такое? Я не вижу этого. Кто повесил? Че ты там опять натворил? Все. Че, едем, да? 668 лошадиных сил. Готов? Че? 668 лошадок получилось. Ты что, на скайпе раз... что?
Да, но буду пускай. Я как думал. О, да. Так, ну, я в доме. Где? Пригласи, кстати, меня, да. А, я это вижу. Так. Может, не из Майами поедем? Меня уже бесит этот Майами. Нет, спрашиваю твое мнение. Сейчас ты будешь наказан. Жестко. Казнен. Я хочу приземлиться. Приземлиться уже хоть на кого-нибудь. Блин, это почему у меня не настроено управление нормально? Что у тебя не хватает? Ты знаешь, как я настроил на самолете? Control, короче, нижняя тяга, тап, вверх. Вообще да, у меня не с тягой проблема. У меня просто этот поворот идет влево-вправо. Зачем ты его на H выставил? QE вообще-то, поворот. Видимо, вообще тебя настроил. Нет, я перепутал. Ничего, я ничего не настроил, QE это стандарт пойдет. Нет. Да. Ну я тебе, вот я нажимаю, нет, вроде. Зачем как-то через жопу на H ставит. И твои седьмой винды. И на точку. На не, ну это точно бред. У меня на QE стоит стандарт. Я ничего не менял. Вот так. Короче, я прошу. Камон! А чё? WhatsApp? Чё ты там решаешь слегка? Не понял. А как я в доме оказался? Блин, почему питбуль? Почему вот это... Блять, уродство какое. Чё это за поросёнок? Чё там у тебя? Вот понимаешь, здесь, когда ты что-то говоришь, нужно понимать. Я не готов унижаться, я готов унизить тебя. Давай, пора тебе. Я приглашаю уже, Дэс. Куда приглашать? Как куда? Чтобы я тебя видел перед собой. А ты на чем, на мусте на своем поедешь? Что за тупой вопрос? Тупой вопрос? Не знаю, может быть, ты возьмешь нормальную машину на всякий случай? Я тебя отправил. Что ты отправил? Это смешно. Ну? Ну, мне только пришло. Все, есть контакт. Только тебя я не вижу. Ты должен быть передо мной здесь, понимаешь? Окей. Так, поедем вот сюда. Come to me! Найс, very nice. Ну чё, про, без остановок, без этих херачек. Без попыток, кстати, двух... Без попыток, без остановок, всё, просто херачек. Давай, да. Только я тебя не вижу. Я 120, я тоже не вижу. Просто я тебя не вижу. Ладно, сейчас на тебя перемещусь. Додик. Ты мой додик. Почему у меня ник unknown стоит? Короче, это походу у косяк, потому что у меня не спать. Я это не вижу. Я не хочу спать. В смысле, ты в пати у меня болта, что ли? Я тебя не вижу. Ты около дома? Значит, ты... Нет. Встань. А, вот теперь, дома. Вот теперь вижу, все, все. Иду. Толкаемся, толкаемся. Давай. Я пошел какой-то. Что ты стал?
Давай нормально поедем. Блин, ты затрахал, это так много. Чё ты бункер? Хорошо. Налево. Стоп, куда ты нафиг? Я не знаю, куда ехал. А? Я не знаю, куда ехал. Тебя подождать? Ну подожди. Давай, да слушай, блин, это Майами, тут вообще нихера не понятно, куда ехать. Всё тут понятно, блин, где пропал заранее, аккуратно. Не, только что, давай. Всё, всё, вот, с этого момента. Раз, два, три, блин, конечно, маршрут очень хороший, сейчас. Очень неплохо. А куда сейчас идти? Вообще не будет. А, да. Уверен, а ты тоже. А ты тоже дорогу. Все видно, блин, я же вижу. Знаю, у меня оно сливает. Прикинь, он просто передо мной появился. Просто дислоцировался передо мной. Показываешь там. Только нужно было налево. Блять, слушай. Да там налево надо? Да. Я пойду. Сейчас вам там что-то. Готов? Готов получать? Не можешь ощущать, когда ты мне сейчас. Ты же жуаж, блядь. Просто кого-то кого. Машина меня не слушает. Жадко. А? Кому? А убьешь там? Ча? Э? Ой, нет. Ни хера! А потом такое, ну может единственная попытка, да? Слушай, какая. Ой-ой-ой. А, не, не уйдет. Я вижу здесь. Ой-ой-ой. Как это? Как это? Я тебе не сказал, это просто. Да просто эти где-то подсознательно поддаются. На фоне, конечно, первого. Что первого? Как ты жопу слышишь? Вот как штопора, да? Километров есть. Да, это жестко. Сколько едешь? 158. А на нитро уже сколько не поедешь? Я разбился опять. Сколько у тебя на нитро уже? Да? Тю-т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 ю
с азотом? Ну, у меня тоже сейчас без азота, как бы, вся косма. Что-то вообще не очень. Странно. Поворот налево там будет, допустим. Ой-е. А, ты еще не доехал? А, ну да, я же улетел от тебя, как не знаю, сколько километров. Мало? Блин, я что, проскочил? Нет, ты не проскочил. А, да, ты проскочил. Просто говорю. Бля, я в речку уехал. Кстати, да, я смотрел, как челы на руле гоняют, и у них тоже почему-то машина шмаляет в сторону. То есть, походу, это херня в самой игре. Это нормально. Да даже не на карасях, они медленно едут, у них машина шмаляет. Туда-сюда. О, да, просто прямая началась. Твой шлем, да? Твой шлем? Да. То самое класс. Место, где... Класс вообще! Где-то не очень. Чё, ты там влетел, что ли? Почему-то дыхли ты не ощущаю. Бля, тут сейчас конченый разворот. А, не нормально. Далеко. Ты очень далеко. Могу подождать, если хочешь. Нет, если хочешь, я подожду, и типа засчитаем как 1-0. Не-не-не, ты не понял, мы можем как на 3 попытки сыграть. На 3. А что такое? Интересно. Тяжело морально душевно. Морально душевно. Да, да. Точно. Тут поток. Почему она так плавает? Так что у тебя есть шанс, если ты подтверждаешь. Ну я тебе про это и говорю, что это пиздец. Как оно происходит, да? Как ему предлагать, это просто одна прямая, можно сказать. Нормально, да, два автобуса просто перекрыли мне путь. Значит, ты рад. Что? Просто пользуюсь от бульбитов, чтобы... Повернусь? Что? Чтобы повернуть? Чтобы прекратить болтан. Куда? Куда поехать? Так, куда мы сюда потом.
и прямо направо. А? Сколько тебе? А, я так. Вот, по-моему, что-то лучше, там, с такой древний профессор. Стоит на гайке, что да, да. Поворот направо, блин. 50 километров. Там все равно такой странный поворот. Я что так такое. О, oh, я врезался. Короче, машины прижаты к себе просто обратно. Прижаты к земле? Что вообще? А, это да. Не, ну есть под действие. Да? Че, ты доехал до этого поворота? Нет, я доехал до автобуса. Я лечу, я просто смотрю. Это же как искрю один. Тоже там. Это братья, это просто денежки. Да, да, да. Не хватает еще поезда, который перед штопором останавливается. Вот там, один полтора километра. Нет. Но через поворот я начал дышать. На карту, а, это что ли полоска просто? Вообще непонятно, что ли. Типа для инвалидов? Ну да, я это говорю. Им нужно ее более контрастной как-то сделать. Другим цветом. Кто его знает. Но мне остался на 2 километра распишешь. Нет! Я улетел. Блин, да что ж такое? Я на карту смотрю. Ну да. Я смотрю на карту, машине пробежать. Смотрю на карту, пробегаю там. Не играть. Чего? Чего? Я. Почему ты меня начал? Я начал. Я начал. Я понял, что ты говоришь. Мне это тоже. Чуть-чуть нажимаешь, она не двигается. Не, она двигается просто на. Нет, она не двигается, я говорю, я чуть-чуть нажимаю, и все. У меня реакция есть. Чуть-чуть, очень. Но это настолько мало, что. Вот, блин, просто нету реакции. Ну, а мертвая зона, потому что я тебе говорил. Не настроишься. Не настроишь. Я так же.
Самая лучшая моторика была в гриде первом. Там вообще машина идеальная реакция. Не, ну блин. Я просто говорю, где рядом был нормально. Так. Не знаю, я тут сам какой-то подобрался. За мной, короче, есть? Кто за мной? О, да, понимаю. Ты опять там въебался, что ли? Я почти. Блин, солнце хуячит, просто загораю мне спина. Да нормально. Я твою. Ну, Вася, не надо за... О, вот тут можно слезать. Я вообще нельзя слезать. Ну блин, там... Там... Да ты посмотри, там вообще просто... Как можно там срезать? Где? Я могу притормозить опять. Вот сейчас, как тебе сказать-то, сейчас ты будешь ехать, и почувствуешь, как тебя машина порывается от земли. Блядский дом! Есть момент, где машина отрывается от земли. Там везде отрывается, если скоро нет. Не, прям нормально отрывается. Но потом я реально могу сюда обратно. Не знаю, у меня оторвало. Хотя, может быть, ты просто медленно едешь, потому что машина не тянет. Это моя фраза, господи. Все, что твое, все мое, не забывай. Ой, рам. Рот твой раб. Рот тоже мой раб, я знаю. Ой, очень смешно. Согласен. Да, лучше. Доехать. А, вот, прям. Открывается. Вау, я просто улетел под мост. Додики. Я знаю, тебя подождать. Знаешь, это сейчас происходит за всю боль из криводит. Дезар, тебя подождать? Куда я поехал? Куда за я всю, поехал? За всю боль. Кстати, я тоже туда улетел. Ну да, да. Да вы чё, угораете что ли? Какой катер нахуй? Ты чё, на самолет хотел сесть? Да, я разбился в самолете. Ты бы на Backspace нажал. Раз уж что-то пошло. Ну да. Да ты мне на самолете что-то не нагонишь. На самом деле. Я что-то прикол-то, я как-то построил дорогу. Чего у тебя? Показывай. А у меня тоже. Не знаю, еду на точку. У меня тоже типа маршрут как двигается, можно сказать. Хотя я ехал точно по маршруту. Бря. Нет? А тут поворот начинается, близко.
как называется, серпантин. Так, куда ехать дальше? Короче, я иду тупо прям. Растмашку не прокладываю. Просто тупо прямо. И потом вы в городе где-то направо. Хорошо, здесь направо. Ты сейчас меня увидишь. Должен видеть. Потому что там через горы ехать это жесть. То бишь. Я еду на точку. Даже одна задача. У вас просто задача ехать туда, а не лететь. А путь можно выбирать, по сути, любой. Я тебя не вижу. Но я тебя могу подождать. Сам на меня телепортируешься. Жжешь. Надо заново просто, я сейчас догоню, надо заново положить. Не, если хочешь, давай подожду, без всяких приколов тебе говорю. Чё? Что там уже на самолете врезаешься? Да. Что ж. Давай, короче, я тебя жду. Здесь же 27 километров осталось. А, ну ты, в принципе, ты не так далеко будешь. Ладно. На самом деле можно потом как-нибудь ради прикола проверить. Ты будешь лететь на самолете из одной точки, а я на машине. Или на... Да почему лодка, блин? Ты жжешь, на одёрку вообще-то машину. Тебя закрашивать, блядь? Почему лодка? А, во, у меня прожилось нормально сейчас. Ну, у меня нет. Я просто полоска. Сейчас перепроложи. Перепроклади. Я просто дальше поставлю. Есть? Да, есть. Рот. Причем нормально. Получится. Знаешь, я открыл этот садишка. Знаешь, садишь нормально. Нет, все-таки бордюры не пофиксируют. Одних можно так же делать.
Хочется просто квартиру пролиться. Да, да, да. Такое точно. И поставить этот чисто забор себе, знаешь, родители, да? Желтый. Да. Начну с два раза выйти. Да. Просто зачем они вообще там нужны? Чисто пометить, что там. Да. Чуть за КДК нет. Положи 400 тысяч. Красиво. Мой маленький решатель. Да нет таких стопусков. Просто поставь такие же вещи и увидишь что. Да не мог тут поставить. Да меня тоже слышал. Короче, предлагаю сейчас на серпантине повернуть. Да, блин! Это наверх. Чё ты там? Застрял. Подождать? Чё, подождать здесь? Я не могу ждать. Вот, там челы какие-то едут. Видишь слева? У тебя есть? Опять ты на самолете летишь. Да ты задолбал. Свой чипер, у меня свой чипер. В смысле, мне есть, ты что, гонишь, блин? Ты бы себе, блин, самолет купил бы помощнее. Давай, присаживайся. По красоте. По красоте давай, блин. Как говно. Я врезался. Ты что ж? Блин, я опять врезался. Да, да уж. Да уж. Бля, там город начинается, может тоже все на самолет сесть? Мне это на самом деле нравится, как мы машину читом называют. Может эта покраска так влияет на скорость? Ты, кстати, не думал? Слышь, Дэс? Может покраска так влияет на скорость? Скорее всего. Краска мешает. Покраска это плюс сток скорости сразу. Чё ты? Просто жжёшь. Вау, там серпантин начинается. Ты задолбал, Дэс? Чего? Летаешь через всю карту. Через задний, пожалуйста. Сейчас хочу полететь до самолета, чтобы было интересно. То есть, короче, я так понял, что ты сдался, да? Да, конечно, сдался. Я выиграл. Как ты выиграешь, ты уже тысячу раз трассу срезал, как не надо было. Иди ты в жопу, блин, машину сделай нормальную. А за нормальную? 400 километров в час на том говне. В каком говне? Понял. Чувствуешь, что в этой машине движок самый тюненный, можно сказать. Ну, самый поддающийся тюнингу. Че ты не все, где-то херню берёшь, другой тюнинг поддается тюнингу. Если он не поддается. А
Слушай, соседи. Конечно, я с этим не спорю, но... Не понял. А ты нет. Возьми и прокачай свой мустанг по-нормальному, по-человечески. Он прокачан плохо. Это не значит ничего уровня. У меня вообще стоят шины 204 уровня, например. И чё? А они дают больше бонусов, чем 280. Я еду. Я еду по трассе, которую мне проложил. Проложил GPS. А ты где? Я тебя обсуждаю. Не чувствует он меня. О, блядь. Блин. Ты точно пробовал ставить детали, которые у меня стоят? Да. Прям на бонусы одинаково, да. Что было, да? Говорю, не работает. Я не знаю, все как работает. Ты так едешь. Ну, азот нажимаю на первой скорости. Потому что на других скоростях там просто колеса проскальзывают. Так это ты где? Все я не вижу. Порядке, что у них там? Учти, если возьмешься за испытание оффроуд, ты получишь там бесплатный транспорт. Да, только круто, у меня, да? Маршрут опять через жопу. Ну, ладно, полоску, остановись, я перестрою. Где ты там вообще? Нубик. Как у тебя 15 может быть, если я впереди тебя? Ну, у меня проложило маршрут через просто прямую. Короче, на меня телепортируйся. Ром. Короче, я тебя не ощутил. Осталось еще Денчика не ощутить. Что ты сейчас ощутишь? Что, ты Скай берешь? А? Скай берешь? Нет, я сейчас возьму другой мустанг. А, давай. Новый мустанг. Правда, не знаю, что там уже сделал. Да, просто это что-то прозрачное. Ты маршрут перестрой. Пока ничего не вижу. А ты у меня еще под землей. Слушай, как это можно было не пофиксить в Крю 2, я не понимаю. А, все, вот теперь я тебя вижу. Маршрут проложился? Нет. Давай поедем прямо там. Ну давай, считай. А, ну и ладно. Вот прямая, блин. Я так же сосу. Вроде неплохо вырывается. Это меня мысль просто как говно в прорубь. Говно в прорубь, я расслабился. Пошёл. Деловая дорога. Вообще должен быть дорога. Что они проголовали? А? Просто не жопу. Блять, у меня что-то в движке взрывается постоянно. Я тоже? Поехали.
Дэд, можем на Солончак потом поехать, проверить твою максимальную скорость на мусте. Как ты делаешь? Это не бред, просто машина решает это все. Вообще это бред. Или ты просто какие-то машины... А ты проценты читай, там уже пишет проценты, допустим, один бонус. Под вас 20, ну, все проценты. Ну, странно. Значит, сам муст какой-то ни о чем. Реально ни о чем. Ну, по сравнению с висками, по крайней мере. Ты там едешь, кстати, или тебя подождать? Я сейчас тоже возьму себе, короче. Давай вот здесь прямая, я останавливаюсь. Прям такая красивая. Только давай, Дэс, вот эту прямую проедем без краша, как тебе идея. Я понимаю, тебе сложно принять. Прям, не, реально такая красивая прямая. Денис с фонарями. А, кстати, я понял, что они не добавили здесь 3.1. Тормоза, дисковые тормоза, они красные. Перегрева. Не становится. То есть раньше они краснели, а сейчас они краснели. Вообще так. Сейчас как машина странно проходила. Ну что, гоняешь? Нет. Слушай, я на пятой скорости такой нужно назвать. Ну, на четвертой, потом на пятой. Что тут нитро? О, я тебе просто... Нитро решает все. Все решает. Я хоть опять машину не носит. Что ж тебя носит? Можешь двигаться? Я начинал теряться. Вот это сейчас было скучно. Да я знаю, слушай, какая машина казнит. Феррари, да? Конечно. А почему лодка? Как лодка вообще здесь выбирается? Почему лодка? Ты что? На самом деле я хочу Берлинетту купить, мне не хватает на нее буквально 300 тысяч. Думаешь? А вдруг она будет решать? Ну, это ты, насколько я понял, что ты это понял из Крю 1. Нет, из того, как она стартовала. Хотя она не низа. Хотя Берлин это неплохо вроде бы стартует. Даже базовая. Давай его на трассу, то есть, вылетай налево. Пролетел такой смотрит курузник. Звук все, знаешь, такой вообще легкий. Характерный звук. Да. Блять, как низ. Прямо? Нет, направо, направо. Направо? Да, сюда. Ну по прямой. По прямой отжарить. Че, ты спрыгиваешь? Где ты? Нет, я даже. Прыгивай, спрыгивай, дверку зажимай. Как тебе такая? Ты ж ложь, блин. Просто столб с собой зацепил. Ладно, ты пока. Догонишь мой скай на самолете? 400. Вот сейчас 400 еду. Я лечу 228. 228? Да. 228, милости просим. Что-то... Ты не кажется, что я... Точнее, твой самолет не решает на фоне моего Sky?
390 в Орку. Ну, на Азове, естественно. Ой-е. Принцип это футуро. Да это всю машину, на которой ты казнишь мой скай. А? И всю машину, на которой ты казнишь мой скай. Я уже нашел. А я думал, ты хочешь взять самолет себе. Какой-нибудь тюнинный. Ой. Не, ну в круговых заездах, конечно, скай не решает. Это я не спорю. Ну, это был уже фан. Это печально. Че, тебя подождать? Короче, скажи, давай, я тебя жду. Бесишь. Нет, тормоза не перегреваются вообще. А ты где? Господи. Так а где ты эти не вижу? Не хочешь прыгнуть? Что ж, врезался, что ли? Как можно в чистом небе врезаться? Полетели, да? Летим, кстати, да, смотри. Нюхай мою пыль. А как ты это делаешь? Думаешь, это так легко это скажешь, что ли? Да, скажи H. Мне тяжело. H, да, H, H. H. Я на H. Кстати, будет прикольно, если цвета еще можно будет менять. Вообще, по идее, можно. Мне нет ничего там на H. Ты чё жжёшь? Вот я на H еще раз нажал. Ну посмотри в меню. Ой, я хочу самолет, самолет. Где ты увидишь? На. А нет, там скорость на рекордера вот. Ну нужно другой самолет купить, да, чтобы догонять такое дерьмо. Прикинь запарковаться на самолете, который летит. Да это не перебор, это будет прикольно. Это не добор. Ну-ка, Нубяр, давай вместе близко пролетим. Чисто это аэробатика. Аэробатики. Аэробатики, да. Кстати, звучит. Ну, где ты там? Аэробатика? Короче, там поставь. Это дифафос. Бесишь. Короче, я лечу на 62% двигатель. Ставь 62% тоже. Нормально, да? Дай пятюню. Где ты там, давай. Давай там пятюню. Кстати, будет прикольно, если вот так вот еще. А получится, интересно? Где ты там? Я тебя не вижу. Почему я тебя не вижу? А, вот все вижу. Бля, как все повернулось. Я, я вверх тормашку не вижу. Сука. А, все, вот так. Ты сможешь лететь ровно сейчас вообще полностью? Полностью ровно. Хочу прикольнуться. Бля, почему я тебя не могу догнать? Сука. Я еще сбавил ход. Сука. Слушай, это сложно реально управлять. Сядь на меня, попробуй. Попробуй сядь на меня, блядь. Заебись. Давай. Я не думаю, самолет сядь. Если ты про это. Ну чё там? Как успехи? Пятюню, братюня! Ты жжёшь. Я не попал. Ты нуб. Я просто не попал. Поехали в гонке деньги накапливать. На тебе на нового казнителя моего ская. Не хочешь? Ты жжёшь. Просто жжешь. А, под вот этим низким, что ли? Не, на самом деле на самолетах тут вообще можно будет прикалываться. В полной версии. Что ж такое? Настройки управления получше. Где ты тут? А, вот, вижу. Вау, это было красиво, но не шмогла. Носит. Смотри. Да? А теперь смотри.
Посмотрю прикол. Вижу тебя. В облако влетел. Не понял сейчас. А. Ты шутишь. Да. Рай пролетел. Нихера. Ну чё, Дэс? 1-0? Согласен. Ну-ка, давай попробуем вообще близко пролететь сейчас. Где ты там? Подожди. Короче, ты лети, а я по телевизору смотрю. Прикольнуться очень близко вообще. Лететь на одной скорости можно? То есть проценты они реально работают? А, у меня же он немного протюненный самолет. Прям вообще мало. Что-то я тебя не вижу. Опять ты там прыгаешь с неба на лодке. Ну, бянка. Во, все, вот так летит, да? Только ровно. Можешь? Лети. Сколько у тебя движок стоит процентов? 69. Угу. Сейчас попробую прям вообще. Чуть ли не на тебя сесть. Бля, ну на нем как-то сложно вообще управлять. Ты видишь этот позор? Окей. Я тоже сейчас сбавлю. Бля, почти. Ты сильно сбавил. Здесь сильно сбавил. Да вы. Ладно, давай я попробую. Давай, сейчас. Да. Сейчас можно ровно прям все. Короче, 45% лечу. Просто ровно лечу, что 45%. Не вижу тебя. Ты выше? Я стремлюсь. А, все, я тебя вижу. Ты как поршун, да? Выше? Тебя что носит, как говно в проводе? Я пытаюсь под тебя, да. Подожди, давай повыше, Тима. Земля мешает. Короче, все, 69, лечу вот так вот прямо. Прям очень прямо. Да, я вижу этот позор. Как ты ничего не делаешь? Туда-сюда тебя шатает. Я вообще даже ничего не трогаю. Самолет сам себя вот, там с тобой. Что это было? Не понял. У меня тоже была такая. Возврат в игровую область. А, я могу вылететь за территорию. Так, я готов. Я вижу, да. Повыше ДС, ну или пониже. А что такое, блин, куда ты улетаешь? Я вообще ничего не трогаю. Я мышкой только камеры верчу, и все. Вообще больше не смешно. Да. Слушай, я не понимаю, что моя подлога. Давай ему туда, потому что там уже горы начинаются. Да. Все. Лечу. Где ты там? Говно в прорубь. Я тебя вообще не вижу, да. Ты утонул там, что ли? Километр улетел куда-то. Куда? Куда лететь? За мной лети. Ты что, меня не видишь? А. На гору. На гору. Можем прикольнуться сейчас, короче, развернуться чисто на тебя буду на полной скорости лететь. Просто краш в небе. Как ты такая идея? Нормальный, да, эти шандарахи. Где ты, я тебя не вижу? Шандарахи. Я за эти. А, все вижу. Подумайте. Ушел от краша.
так я тебя крашну сам. Как я полетел? Ты жжешь. Что, на тачку пересел, что-то? Что-то я не понял. На... Давай. О, да. Как? Приземлился. О, я на самом высокой зале. Так же, как. Давай, да. Кто первый приземлится, тот и решатель. Как тебе такая задачка? Да-да-да, вот на вот это здание. Сука, тормози. Бля, я улетел. Получилось. А это прикольно. Что о, слушай, пошел? Какое-то это футбольное поле есть. Ты приземлился? Нет. Я разворачиваюсь. Хороший его шар. Вот, вот. А ты приземлился? Да. Ни хрена. Это круто. Прыгай. О нет, я не приземлился. Там на самом деле сложно, там неровная поверхность на этом здании. Ек. Давай. Да! Нет! Да, нет! Ну я сел на крышу, а потом по инерции просто внизу. Задача ДС сесть на крышу и сидеть там. Понимаешь, как бы? Я не сяду. Ой, я знаю, я буду тормозить на самолете. И тогда точно получится. Наверное. Тормози! Ое! Дес, я на крыше. Дезарка? А почему там? Что-то я тебя последнее время везде решаю. Даже можно покататься, что самое интересное. Приземляйся, Дес, сюда. Ты реально на самом верху, что ли? Да. Посмотри на мой скай сблизи, только не краш. Где ты там, блин, на своем пердуне? А я тоже. Приземлился. Ты жжешь, я вижу. А чё машину не меняю? Ты чё за бред, а? Видишь мою тачку? Вижу, но всё, мне не позволяет сплить, да? На лодку сменись, написал, попробуй. Какие на лодке припарковаться на крыше пострёба? Я вижу, как ты там что-то пытаешься. Но он не дает сменить. Просто Дез навернулся с небоскреба на самолете. Разбился. Вот собрался. А, блядь. Я упал. А я на другую сейчас. Да. Где ты, давай. Да, твою мать, а. На какую ты там крышу собрался? На любую. Нубик. На любую. Да вот тут огромная крыша есть, пустая вообще. Жжешься. Проблема не крыша. Крыша. Да все в принципе. Вот. Да, я на крыше. Сел? Да. Жжешь? Сейчас я там эти не вижу. А, все. Блин, ну такую крышу не да сесть. Пошел, это... А теперь я сейчас сделаю дрифт. Дрифт. Зарка дрифтер 226. Пересаживайся. Твою мать. Ой. Ты видел, как я свалился с неба? Нет, я как меня. Да уж.
Короче, тебе нужно петушечки катать. Давай сюда, да. В смысле, я на твою крышу приземлился? Где ты? Пропал. Ой, бабяка. Слушай, а где ты лез? А, ты на твою крышу? Меня? Пытаешься там что-то. А чё ты там пытаешься? Прилетим два волоса. Приземляйся ко мне на крышу. Ну. Ты что за щелчки я слышу, я не понимаю. Ты покажи, посмотри на карте. Я рядом с тобой. Я рядом с тобой. Буквально. Да блин, на карте глянь. Я смотрю на карту. А, сейчас нашелся. Там очень интересно, по-моему, тут машина как бы в воздухе находится. То есть тут поверхность неровная. Как в Star Citizen, то, что тебе не понравилось. Понял? Яр. Кстати, я с первого раза сюда попал. Да, видел. Да насрать, что с первого раза. Зато я умею вот так делать, и так. Как ты крашить меня умеешь? Крашить, конечно, да. Спор нет. Где ты там? Я тебя не вижу. Что ты умеешь? Просто улетать?